Андрей – мужчина моей мечты. Я не могу его потерять. Раскаленный термометр, разговоры с ним до утра. Если знал, что уйдет, то зачем тогда мама влюбил себя намертво? Почему мне так холодно, мам? Я прошу, не бросай меня. Мне так стыдно, мам, перед самой собой просто за то, что люблю. Сутками не сплю. Уходи из головы, из головы моей. Я тебя молю. Я сутками не сплю. Уходи из головы, из моей головы, да. Наша дочь из-за ревности отправила в тюрьму невиновного человека, девочку. И она умерла в тюрьме. София просто не смогла справиться со своими чувствами. Да перестань! Единственное, чему я рад, что она скоро выйдет замуж.